В наших парках каждый найдет для себя что-нибудь интересное. Хотите расслабиться, неторопливо пробежавшись по лесу, или предпочитаете...
Стоять! Вали его! Черт, он нашего завалил! Это что? Покажись! Эй, что это было? Хватит в игры играть, выходи! Выходи давай! Мы тебя найдем и прикончим! Хватит в игры играть! Выходи! Выходи давай! Нарушителя не видно. Роза, участок передо мной освещен странным светом, таким фиолетовым. Эрик, стой! Замри! Это может быть ультрафиолет. Да, и что? Именно из-за него солнечный свет для нас смертелен. Лучше обойти. Да, горячо. Насколько это опасно? При длительном воздействии смертельно, и он блокирует наши способности. Просто постарайся избегать контакта с ним. Там есть блок предохранителей, через него можно выключить свет. Лучше займись им, а не пытайся прорваться. Уф!
Эрик, все в порядке? Да, что? Влад старый и сильный, сильнее Блуминга. У меня есть пара козырей в рукаве. Эрик. Все хорошо, не бойся, я справлюсь с ним. Удачи. Отлично. Помни о цели и будь осторожен. Милый гробик, мне тоже такой понадобится. Гроб? Возможно, если ты вампир-идиот и хочешь соответствовать всем клише. Лично я предпочитаю мягкий матрас. Не покажешь его как-нибудь? Да ты просто мастер пикапа, Эрик. Здесь я ничего не нашел. Пойду поищу наверху. Странно. Так. Эрик, что там? Я нашел трофеи Влада. Наш приятель любит собирать сувениры. Какого рода? Человеческие. Головы и все такое прочее. Фу, давай без подробностей. Но нашего приятеля и след простыл. Подожди, я сейчас проверю. Я нашла его. Система безопасности показывает активность на паре уровней Небесного Сада. Не думаю, что это посетители. Садись в лифт, я тебя доставлю на место. Уже иду. Пошли, пошли, пошли!
что это должно означать? Вид жуткий. Красный цвет такой настоящий. Как кровь. Может, это она и есть? Ага, конечно. Вот это хоромы. Хотел бы я в таких пожить. Главное, не забывай покупать лотерейные билеты. Ну да, очень смешно. Роза, я в лифте. Отлично. Подожди минутку, и я подниму тебя на нужный этаж. На это уйдет некоторое время, Эрик. У меня на хвосте служба безопасности, но у меня осталась пара козырей. Так, готово. Удачи, Эрик. Что за черт? Роза, Влад выпустил своих упырей поохотиться. На людей. А он не отличается хорошим вкусом. Это точно. Как думаешь, где искать Влада? Не знаю. Я нашла несколько групп людей. Наверное, ты найдешь его где-нибудь там. Хорошо. Начинаю поиск. Роза? Да? Когда я найду этого маньяка, я ему голыми руками сердце вырву. Как хочешь. Только не забудь о его крови. Роза, его здесь нет. Иду к следующей точке.
Помогите! Помогите! Эрик, появился новый след Влада. Он на другом этаже. Иди к нижнему лифту, и я отвезу тебя куда нужно. Надеюсь, на этот раз ты не ошиблась. Что это было? Не беспокойся. Редко ошибаюсь. Роза, я в лифте. Вези меня к Владу. Сейчас. Влад двигается быстро, Эрик. Постарайся застать его врасплох и напасть сзади. Роза, я на месте. Есть идеи, где его... Промахнулся? Обычно я не промахиваюсь. Давай, покажись. Я хочу поблагодарить за тот бедлам, что ты устроил. Роза, забудь про мой вопрос. Я его нашел. Ты в порядке? Да. Боюсь, о Владе этого уже не скажешь.
Черт!
Это что еще такое? Черт, такое извращение! Тварь, да я тебе кишки выпущу! Где-то там. Вали его! Я ко мне! Вижу нарушение!
Эй, ты там! Стоять! Я его достану. Хватит в игры играть, выходи! Выходи, да! Чёрта! Это что и... Остановись, сволочь! Он... Ты где-то там. Thank you.
А я... А я не двигаться! Компания Геокод стремится... Влад был побежден. Охотник посчитал меня легкой добычей. На деле добычей оказался он сам. Его кровь медленно наполняла мой рот. Она была невероятно вкусна. Но я сдерживал себя. Я еще слишком хорошо помнил Блуминга. Боль не заставила себя ждать. В глазах потемнело, и я, скорчившись, повалился на пол. Тьма снова жадно вцепилась в меня. Не та кровь, Эрик. Не та кровь. Ангел пришел и спас меня от боли и тьмы. Потом ангел прошептал что-то. Прошептал так тихо, что я едва смог разобрать.
Штайнер. Штайнер. Я понятия не имел, что хотел сказать ангел. Это какое-то место или имя? Мне нужно было выяснить, кто такой Штайнер или что это такое. Роза может что-то знать. Она должна знать. Я вернулся в убежище. Опять без результата. Но на этот раз у меня была зацепка. Нужно было поговорить с Розой.